Губернатор Мурманской области принял участие в расширенном совещании под председательством заместителя генерального прокурора России Алексея Захарова. В повестке взаимодействия прокуратуры и региональных органов власти в условиях распространения коронавируса и выработка совместных задач для исполнения поручений президента. При прокуратуре Мурманской области создан оперативный штаб, обмен информацией с правительством региона и контролирующими органами о текущей ситуации с коронавирусом происходит ежедневно. Одна из главных задач – защита прав предпринимателей. Прокурорами выявлено почти 2000 нарушений закона в этой сфере. Андрей Чибис поблагодарил специалистов ведомства за оперативную работу и конструктивное взаимодействие с властями. Как у нас вами был задан тон конструктивного сотрудничества между исполнительной властью Мурманской области и прокуратурой, так эта работа и продолжается. У нас режим повышенной готовности введен 16 марта. Мы понимали уровень угрозы и риска, и я вам скажу, что с этого момента нам для того, чтобы обеспечить реализацию всех мероприятий по сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия, по обеспечению разобщения людей, по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, нам пришлось 45 нормативных правовых актов выпустить регионального уровня, включая законодательство. И мы бы в этот период не смогли бы этого сделать вот, оперативно, если бы не действительно очень такая конструктивная позиция прокуратуры.